Демонстрация работы частотника. Обязательно нужно смотреть за автоматом. Вот он наш мотор. Попробуем сделать вот так. Выставляем количество оборотов, которое нам необходимо, и нажимаем старт. То есть на раскрутку ушло около 2-3 секунды. Соответственно, увеличиваем обороты и уменьшаем. Чем меньше скорость, меньше потребление тока, но тем дольше он будет разгоняться и будет при, скажем так, столкновении с препятствиями какие-то пиковые токи, поэтому нужно будет вам настроить еще программу. Ну так, вся система у нас работает. Все. После того, как нажали стоп, оно все отключилось. То есть вы изначально можете выставить скорость, нажать включить, он раскрутится. В идеале это все можно зафиксировать и потом просто не трогать.